Друзья, всем привет! Привет гостям моего канала, подписчикам. Сегодня получил посылочку по новой почте от компании Днепросвинец. Решил заказать себе силикон ихнего производства, испытать, скажем так, в деле, так как, судя по отзывам в интернете, очень хорошая резина и недорогая. Стоимость пачки всего 35 гривен. Но я не удержался, я уже открыл компанию Днепросвинец. Уже многие знают, она производит грузики. Вот, я еще и грузиков себе взял в таком вот цвете. Штопора, заводные кольца и карабин. Это будем пробовать все. Ну, по поводу грузиков, все уже знают, что замечательные грузики. Вот, разных весов, разных цветов. Но это не об этом. Вот силикон. Решил подготовиться на охоту на судака. Вот. В таких вот расцветках. Это малек, так называемый. Еще малек в таком вот цвете. И охотник. Вот в таких вот цветах. Сейчас откроем. У них таких вот, как шпроты лежат. Ну, на первый взгляд, силикон такой вот. Я с усилием беру его, он упругий. Качество силикона хорошее. Думаю, выдержит не один десяток поклевок. Но на запах чем-то пахнет, что-то или рыбий жир, что-то связано с рыбьим жиром, скорее всего, запах такой. Вот такие вот приманки. И интересовал меня еще силикон малек. Точно как шпроты лежат. Такая вот, ну, играет, как видите. Думаю, будет хорошо ловить судачка, окуня. Повторюсь, силикон упругий. Качество силикона, я думаю, хорошее. Вот такой вот расцветки он. Тут еще как бы чешуя, как на змее. Змеиная чешуя сделана. Ну, играет хорошо. Будем пробовать на воде. Надеюсь, судаку, окуню понравится. Ну, а вам, ребята, кто смотрел, спасибо. Поддержите лайком. Гостям подписывайтесь на мой канал. Скоро поедем на рыбалку, на судачка, на щучку, на окуня. Будем испытывать приманки. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.